Я приветствую вас на своем канале. Мы с вами продолжаем играть в Planet Base. В предыдущей серии мы с вами построили вот такую вот теплицу, усовершенствованную. Теперь здесь у нас, смотрите, уже 12 грядок, и наши биологи вроде как с ними справляются. У нас есть пополнение в еде, пополнение в ресурсах. Ну и остается проблема с энергией и с ночлегом. Поэтому давайте с вами решать. Давайте попробуем вот что сделать. Здесь у нас что? Производит из, значит, 26 из 50. Попробуем поставить еще один ветрогенератор. Вот сюда. Так, и посмотрим. Я хочу провести некоторые тесты. Для этого я возведу вот сюда вот еще два генератора. Это один генератор и второй. Вот, а третий это у нас идет большой. И я посмотрю, стоит ли нам вообще возводить большие. Так, хорошо. Тем временем предлагаю дальше продолжить строительство, вот что связано с ночлегом. Так, это у нас общежитие. Давайте смотреть. Кстати, мы можем построить большое общежитие, да, на замену вот этого. Кстати, мы можем его отсюда снести в дальнейшем, а сюда организовать еще рудное дело как вариант. Тоже хорошая идея. Но я думаю, в принципе, пока что это не горит. Если что, мы можем переделать, снести этот и переделать другой. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть. Пока что будем ставить вот такой вот небольшой. Так, сюда тоже приоритет. Так. Нет, пока, может быть, сюда приоритет не надо ставить. Пусть они возведут нам генератор, вот этот вот, ветровой, чтобы у нас наконец-таки началась накапливаться энергия. И нам надо будет возводить, точнее не возводить, а увеличивать нашу столовую. Очень много колонистов и не хватает... Не хватает мест. Так, а что по поводу колонистов? По поводу колонистов здесь, наверное, надо будет как-то возводить еще один генератор кислорода, чтобы мы могли принимать еще больше людей. Для этого, конечно, опять же, нужно огородить здесь. Так. А куда нам продвигаться? Здесь у нас получается тупик. Насколько я понимаю. Да? Или нет? Сюда мы не поставим, сюда тоже не поставим. Так, плохо дело, плохо. Как вариант, только, может быть, пока что здесь. Так, тем временем, кстати, эту штуку можно отключить пока что. Никого нет, никто не спит, поэтому... Нефиг там, чтобы энергию потребляла. Так, и у нас, смотрите. У нас прибыл еще один корабль. Кого? Ух ты, елки-палки. У нас работник. Вот этот красный, это медик. Для чего я начал заказывать медиков? Вы сейчас меня спросите. Дело в том, что у нас, смотрите, медиков уже 5 штук. Биологов целых 16. Для того, чтобы они начали работать в лаборатории. Мы с вами будем возводить, скорее всего, сегодня лабораторию. Вот, посмотрим, что у нас по ресурсам. Так, нам тогда нужно срочно... Хорошо, что я вовремя поставил генератор кислорода, потому что этот уже начинает барахлить. Так, 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 так. так.
У нас приоритет сейчас стоит на металл. Так, вы будете нам возводить или нет? Или здесь нужен... А, сюда нужен еще один металл. Так, и может быть кто-то его произведет уже сейчас по-быстрому? Нет, пока что нет. Пока что его нет. В принципе, отсюда можно взять. И здесь в ожидании. Так. Давайте пока что сделаем так. Отсюда вас сейчас начнут нести вот сюда, потому что это более важное. Здесь у нас кислород. У нас уже больше 41 колониста, а у нас предел 40. Если мы сейчас еще кого-нибудь пригласим, то у нас будет перегрузка в кислороде, и люди начнут задыхаться. Поэтому нам нужно сейчас как можно быстрее возвести третий генератор и посмотреть, как это у нас будет работать. О, еще один корабль. Что-то они начали все... Ну, хоть этот торговый прилетел. Так. Давайте смотреть, что у вас. У вас медикаменты. Но, как обычно, они стоят очень дорого. Ну и, в принципе, обменять у меня пока что... Даже не знаю, может быть, один купить, что ли, 38. Так, ну давайте две руды и два пластика. Так, и один центник. Ну, как вариант, потому что другого варианта я не вижу. Так. Давайте открывать наше общежитие, потому что наверняка кто-то уже очень сильно устал. Так, здесь будут работать или не будут? Так, а наш робот благополучно сломался. Вот остался еще один. И тот робот, который нам возводил это все, это был робот-инженер. Он уже, скажем так, пропал. Ну как пропал, сломался и исчез. Вот, надо бы, конечно, все-таки восстановить. Ну как восстановить? Мы и не начинали. В общем, нужно создать производство роботов. Мы также это можем делать. Это... Для этого нужен специальный цех для сборки роботов. Так что это пока что не скоро. Сейчас у нас более важно это вот... Да почему ж сюда никто не идет? Инженер, давай быстрее. Что ж ты еле-еле тащишься? У нас сейчас кислород закончится в самом-то деле. 20. Здесь 22. Ну, один колонист это, в принципе, не помеха, да, как бы не перегрузка, но все же, как-никак, проблема. Так, потребляет единицу электричества и одну единицу воды. Вода у нас есть, в принципе, да, то есть с водой проблем у нас нету. Так, фух, все, с кислородом мы... Решили, это самое главное. Так, теперь что я хотел? Теперь я хотел посмотреть, что у нас здесь. 99,66. У нас перегрузка в потреблении. Так. Металл. Металл у нас пока есть, но только одна единица. Добыча идет хорошо, смотрите, да, то есть 15-14 руды, но не хватает рук, не хватает этих заводов. Так, еще один корабль колонистов. На этот раз кто? Медик и работник, отлично, как раз то, что нужно. Так, ну и для лаборатории, вот, смотрите, для чего, собственно, это все и делалось. Лаборатория, в ней можно
также выращивать, как и медикаменты, точнее медикаменты производить, а выращивать синтетическое мясо, вот, которое мы также можем, в принципе, с вами употреблять. Вот, чтобы, ну, это, скажем так, помощь нашей ферме. Так, ребята, сейчас одну секундочку. Так, продолжаем. Продолжаем. И давайте ставить, опять же, приоритет. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что ж такое? Семь. В чем проблема? Почему? Почему такие травмы? В энергоколлекторе низкий заряд. Так и ветра у нас тоже никакого, да? Ну, сейчас мы будем это все решать. Давайте закончим вот с этим. Так, сюда также нужен еще один металл. 44,3. И здесь никого нет. Куда все подевались? Где все работники? Все работники, походу, спят. Смотрите. Все спят. Так. А, не, вот, смотрите. Начали возводить. Отлично. Я уже думал, что здесь у нас все на этом. Так, это можно прикрыть. Шахты можно пока что прикрыть. Посадочную площадку одну можно прикрыть. Ну и пока что все. Пока что все. Так, лаборатория. Давайте смотреть, что мы можем. Значит, верстак, место, где медики могут делать медикаменты. Они делают из лиственных трав. И мясо производится... так, здесь производится соевое мясо. Отлично. Давайте смотреть. Значит, вот таким вот образом мы можем это все установить здесь. Так, а синтетическое... Синтезатор ткани. А кто здесь работает? Здесь, скорее всего, работать будет биолог. А биологов у нас 16. То есть запросто где-то 3 штуки можно установить. Три штуки, да? Так, хорошо. А сколько медиков? Медики. 6 медиков. Да вы что, серьезно, что ли? Если 6 медиков, так это нам нужно свободно можно ставить вот этот верстак, но у нас нету лиственных трав. Так, 3 штуки. Все, 3 штуки. И пока что на этом с вами остановимся. Так, вот, работник производит соевое мясо, курятина. Вот можно выбрать говядина и можно выбрать свинину. Хорошо. Вот здесь у нас будет курятина, здесь у нас будет говядина. А здесь у нас будет свинина. И смотрите, производит 3 куска мяса, скорее всего, за один раз, да? Если я не ошибаюсь. Ну, производство так себе, скажем так. Как бы и не быстрое, и не медленное. Так, ну, в чем проблема здесь? Где наш инженер? Так, и здесь свинина. Все. Так, тем временем у нас, опять же, корабль колонистов. Кого нам привезли? Рабочий и еще одного медика. Так, медиков что-то поперло очень сильно много, поэтому давайте мы немножко прикроем. Прикроем. Так, рабочие, биологи.
Давайте пока что с колонистами. А вот что, если посетителей пригнать? Разрешает кораблям с временными посетителями приземляться. Посетители пользуются услугами базы, оплачивая их. Слушайте, хорошая, интересная идея. Ну, с этой идеей мы немножко попозже разберемся. Я предлагаю сейчас наладить производство еды. Вроде как мы уже здесь немножко наладили. Сколько? 16 биологов, значит, 12 стеллажей и 12 и 3 пусть будет, да? То есть один в запасе. Мало ли кто пойдет спать, чтобы они могли друг друга заменить. Как бы и 15, в принципе, много. Так, а нам надо решать срочно проблему с общежитием. Смотрите, и проблему со здоровьем. Вот что у нас, скажем так, главное. Так, я смотрю, у нас потихонечку, в принципе, производство идет, но все же не хватает. Я бы добавил производство. Кстати, сколько у нас стоит завод по переработке? Вот есть 4, да? Угу. 4, ну, конечно, сюда его, наверное, вряд ли поставишь. Если мы вот это уберем и это уберем. Медотсек. Медотсек тоже тупиковое строение. Медотсек, может быть, его как-то где-то здесь, что ли? Нет, здесь он не становится. Тупиковое растение. Строение. Так, хорошо. Так, какой-то корабль прилетает. А это у нас, скорее всего, торговый, да? Торговый корабль. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, как обычно, еда 5, 5 и 5. Ну, давайте, наверное, ну, как раз комиссия 35 вообще мало. Давайте возьмем. Предлагаю взять, значит, обменять металл, немножко пластика. И, ну, пока что все. 33, да? О, это пошло. Так, 27. Давайте возьмем вот эту штуку. 35. Все. Меняем. Меняем. Так, а что же нам делать с вот этими колонистами, у которых перелом? Да, здесь, конечно, дело такое серьезное. Я предлагаю, может быть, построить сюда один верстак. Что он нам дает? Из чего мы можем там с вами производить вот эти медикаменты? Так, давайте включим одну шахту, пусть. И вот включим, наверное, вот это. Вот этот отсек пусть будет. Построен верстак. Отлично. Давайте смотреть. Ёлки-палки. Это у нас получается лечебные травы плюс биопластик. Хорошо. Теперь тогда нам надо будет закупаться. Да, теперь нам надо будет закупаться травами. Это однозначно. А чтобы выращивать травы... Кстати, здесь есть... Смотрите.
Ёлки-палки. А мы можем, кстати, вот здесь временно, пока у нас теплица, как вариант поставить сюда травы. Вот, например. Например, сколько? Ну, пока что давайте 2. 2 стеллажа, да? 2 стеллажа. Так, а как они производятся? Овощной стеллаж, где выращиваются лечебные травы. Так, отлично. Хорошо. Я и забыл, что у нас, кстати. Мы бы могли и здесь это организовать. Но уже ладно. Оставим здесь, потому что вот эта платформа, это у нас бывшая, скажем так, теплица, да? Вот. И мы уже с вами наконец-таки сможем... Так, а сколько он получает, непонятно. Сколько производит, точнее. Так, и давайте смотреть. Значит, все-таки у нас сколько биологов? 16. Значит, сюда попробуем вызвать чисто биологи. Побольше. Не побольше, а по максимуму. И включаем вот эту тоже. Пусть нам сейчас доставляет биологов. А здесь у нас работает медики. Ну, медики у нас есть, в принципе, да? Так. И тогда уже можно, в принципе, заботиться и об нашем медотсеке. Надо будет добавлять лежанки. Добавлять шкаф по хранению медикаментов, ну и так далее. Так. Ну, вроде производство пошло, смотрите, да? Неплохо. Батареи у нас, смотрите, как ни странно, заряжены все, да? Это хорошо. Это очень хорошо. Так, и вот что я еще хотел посмотреть. По поводу энергии. Давайте попробуем поставить. Так, а если мы просто поставим его сюда и посмотрим, да? Нет, так оно не работает. Так оно не работает. Ну, к примеру, допустим, ставим один ветряк и... А да, в принципе, не обязательно вот эту штуку ставить. Так, стоп. А ну-ка, погодите, не так. Я прошу прощения. Ставим так и еще один вот сюда. Интересно, будет работать он без того, чтобы это без соединения. Так, благо у нас склад рядом, поэтому давайте по-быстрому все-таки посмотрим. Так, здесь один, здесь два, а там 4. Тот большой стоит, да? Давайте смотреть. А, ветрогенератор. Так как здесь, кстати, не написано, кто сколько вырабатывает. Чем больше, тем дороже в постройке, но производит больше энергии. А это мы сейчас посмотрим. Это мы сейчас с вами посмотрим, потому что с коллекторами здесь немножко неправильно.
Так, ага, вот. 20, да? Значит, это 20. Тут 50. То есть легче построить 2 по 20 и потратить 2 металла, чем ставить 4. Так, сейчас мы посмотрим вот этот сколько. Так, давайте нам приоритет. По-быстрому. Так, 20 и этот 30. Смотрите. 30 и 2 металла. А здесь, а этот вырабатывает 50 и стоит 4 металла. 20, 30 и 50. То есть, конечно же, выгоднее ставить, скорее всего. Так, этот у нас 2, да? Два таких выгоднее поставить, это будет 60. А если 4 таких, это будет 80. А это 2. Так, еще раз. Один металл выдает 20, а здесь 4 металла, значит 4 на 20 – 80. А здесь, да, вот эти выгоднее ставите. Вот эти. Все. Все понятно? Так, разбираем. Разбираем. Так, у нас, кажется, прилетел самолет. Давайте смотреть, кого он нам привез. И привез он нам... А я не обратил внимания. А, скорее всего... Так, я заказывал биологов. 18 уже. 18, это у нас получается 12 плюс 3, это 15. И плюс, да, сюда можно еще организовывать еще один стеллаж. Обычно сосна производит кислород в дневное время. Потребляет немного кислорода ночью. Колонисты могут немного расслабиться. А, ну эта штука тоже интересная. Угу. Так, хорошо. Ставим. Так, ну что ж, продолжим уже с вами в следующей серии. Сегодня мы возвели вот такую вот лабораторию, построили немного компонентов, узнали, какой генератор выгоднее ставить, ну и дальнейшие изменения и строительство мы с вами продолжим в следующей серии. На этом я с вами буду заканчивать. И буду прощаться. Всем удачи и всем пока.